Всем привет, с вами Тимур Чебурашка. Сегодня мы будем играть в Top Drives. У меня тут опять награда. Я в своем втором профиле. Фуху, Chevrolet Blazer. Ура. Nissan. Mitsubishi. Citroen. Mercedes. И все. Так, давайте, ребят, начнем играть с Эпика. У меня две грандиозные машины. Открой. Вот у нас грандиозная машина. Вот мои две грандиозные машинки, я сказал. Дальше берем все как можно быстрее. А, так тут я беру кубик всегда. Опа-ча. А так, погнали, ребят. Подожди, мои испытания. Туда. Ой. Ладно, ребят, я прямо так буду кататься. Итак, ребята, вот результаты. Давайте заберем звезды. Заберем, точнее, карточки. И-хо-хо, погнали. Шок у меня есть. Какашки, да? Понятно. Раз тут все какашки, давайте их всех продадим. Так, теперь, ребята, давайте посмотрим дальше, чтобы побеждать всех. Та-да, блин. Нахрен не мой Порш, Торси. Ладно. Там... Вторая гонка, вперед! Победа! Ну блин, ну что ж поделать? Вот шавно. Победа, ребят, победа за нами. Седьмое место тоже за нами. Так, а что-то я награду не посмотрел. О, офигеть. Чувак, я зайду на первое или второе место. Полюбасу. Так. Так, как он приехал? Давайте подкука, ты у нас пойдешь. Вот сюда ты у нас пойдешь, короче. Да, ты какая? Кашка, да. Так, короче, я думаю, как-то вот так. Что? Почему так молочи? Я должен был порвать его просто на куски. Так, ну ладно, давайте следующий. О, уже началась эта гонка.
Уля, я на пятом месте. Полз. Так. Так, давайте лучше, наверное, выберем вот этого. И будем играть против него. Нахрен он его взял. Ну я мышь в охране. Тыская трав. Давайте победим. Мне кажется, надо мне сделать яркость как-то повыше, да? Прикиньте, что этого чувака, блин, выберу. Вот этого. Тивер. А, я думал, его невозможно выиграть, потому что я начинал играть, вообще как-то не мог выиграть. А сейчас как-то легко прям выиграть. Говно. Это что там говно, если он 3-5, блин. Понятно. Я профессионал. Я профессионал. Только нет, это хорошо. Нет. Быстро надо его продать. Восемь быстро. Ох ты, да, отлично. Давайте. Тебе сюда. Офигеть. Я просто по профессиональному не расставил. Мини-купер. Известная трасса. Погнали. Погнали. Монте-Карло. О, да. 15-3-15. Блин. Я хотел попасть на первое место. И я это сделаю. А вот чувак на первом месте. Давайте его фармим. Смотрите, как мы его будем рвать. Опти. Ой. Первая гонка. Порвали.
Вторая гонка. Порвали. Третья гонка. Порвали. Четвертая гонка. Нас порвали. Пятая гонка. Порвали. Нас порвали. Йо-хо-хо! Всем привет! Я думаю на первом месте. Я думаю на первом месте. Я думаю на первом месте. Нет! Ладно. Что-то я как-то не боюсь этого парша. Хотя надо бы побоиться. А, я боюсь его. 4. Ой, блин, да я ж того хотел выиграть паршу. Ну и пофиг. О-о. Понятно тебе сюда, сюда, сюда. Тебе не вернусь. Да я думаю, что это беру. А, что ж, я думаю, тебя туда, тебя туда. Ой. Подставил случайно. Ладно. Я вас все-таки порву. Вот тут. На картинге я его, блин, просто порву. В смысле, у девушек сегодня ниже, вот именно у него максимум ниже. Йо-йо, ребят, да я спорю, я вот тут порву, потому что у меня полный привод на обожде. Финал, бэйби. Блин. Все, давай, чувак, еще раз проедемся. Так, что за звук за стеной? Тебе сюда? Полюбасу тебе сюда, тебе сюда, тебе сюда, тебе сюда, тебе сюда. Понятно? Повторяем. Тебе сюда, тебе сюда, тебе сюда, тебе сюда. Ууу, 61 очок, ура. Это, кстати, плохо, что 61. 50 это хорошо. Победа. Победа. Победа, деда победа, мне все пофиг, я знаю, что я его выиграю. Стоп, ребята. Ребята, стойте секунду, я сейчас отключу видео. Так, ребята, я решил. Я все порешал, теперь ничего не гудит. Давайте продолжим играть. Так. Выберу, допустим, я тебя. Так. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Парам. Что, я сейчас все проверю? Да, ребята, я все проверил, давайте теперь продолжим.
Побито за мной, победа за мной, победа, ребят, за мной, конечно же. Победа за мной. Давайте тут расставим. Опа, че, таба, папа, я даже не проверил. Дальше лотусы и лисы спорт. Погнали все валить. Йо-хо-хо, с вами Дедушка Мороз, и сегодня мы будем играть в Топ Лэпс. Всем привет, с вами Дедушка Мороз, сегодня мы будем играть в Топ Лэпс. Попробую вон тут удержаться как-то. Так. На первом месте. Попробую удержаться. Блин, я так мечтаю о Карбоне. Карбоне. Так, теперь может поиграться с Сисио. Сколько я помню, туда на самой быстрой машине в мире. Так, ко мне. Я всех порву. Погнали, ребят, погнали всех рвать, Ну и фигушки снизу. Что? Ну это гонка, на которой я просто пару. Ребят, ну что, боже, я выиграл. Значит, все, ребят, значит, я играть не могу. Ну ладно. Зато у меня компашка на 95% пройдена. А если не могу играть, значит, просто, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем бай-бай. И не забудьте, на канал не подписаться без алмазиков остался. Помните? Так что всем бай-бай.